Здравствуйте! Нам нужно из 6798 вычесть 3359. Ну что ж, приступим. Я предлагаю записать эти числа немного по-другому. Число 6798 мы запишем как 6000. Это мы записали вот эту шестерку. Плюс 700. Плюс 90. И плюс 8. И от этого числа нам нужно отнять вот это число. Записываем его точно так же. Нам нужно будет вычесть, так сказать, все составляющие этого числа. Вместо тройки в разряде тысяч мы записываем 3000. Значит, минус 3000, минус 300, минус 50. Пятерка в разряде десятков – это то же самое, что и 50. И минус 9. Теперь понятно, что представляет собой цифра в том или ином разряде. 6 в разряде тысяч означает 6000, а вот 3 в разряде сотен – это 300. Давайте вернемся к самому примеру. Сначала нам нужно вычесть 9 из 8. Как же это сделать? Что если мы возьмем, позаимствуем, так сказать, какое-то значение у этих составляющих? По сути, нам нужно подняться на ступеньку к разряду десятков и одолжить 1 десяток. Давайте так и сделаем. Если мы заберем 10 у 90, то что тогда останется? Останется 80. Но мы не хотим ни в коем случае изменить значение этого числа. Поэтому десятку, которую мы отсюда забрали, мы отдадим разряду единиц, то есть этой восьмерке. Вот такая перегруппировка у нас получается. Тогда, соответственно, здесь вместо 8 будет уже 18. Обратите внимание, число осталось прежним, мы никак не изменили его значение. Я всего лишь по-другому его записала. Вместо того, чтобы сказать, что это 6000 плюс 700 плюс 90 плюс 8, мы говорим, что это 6000 плюс 700 плюс 80 плюс 18. В обоих случаях мы получим одно и то же значение. Но теперь нам будет легче выполнить вычитание. Итак, 18 минус 9 – это 9. А 80, обратите внимание, не 90, а 80, минус 50 равно 30. В ответе между всеми составляющими мы ставим знак плюс. Здесь будет плюс, здесь тоже будет плюс, плюс 30. Идем дальше. 700 минус 300 – это 400. И 6000 минус 3000 – это 3000. Таким образом, мы получили 3000 плюс 400 плюс 30 плюс 9. Или это то же самое, что и 3439. А как можно по-другому решить этот пример, не записывая числа вот так? Сейчас я покажу. Это, можно сказать, будет короткая версия решения. То, что мы сейчас будем делать, называют заимствованием. В разряде единиц у нас 8, и нам нужно позаимствовать 10 у девятки в разряде десятков, то есть у 90. Что в таком случае произойдет? Здесь вместо 9 десятков будет уже 8 десятков. Как я уже говорила, 8 в разряде десятков – это то же самое, что и 80. И этот 1 десяток, который мы позаимствовали, мы отдаем разряду единиц. 10 плюс 8 – это 18. Теперь мы можем выполнить вычитание. 18 минус 9 – это 9, 8 минус 5 – это 3, 7 минус 3 – это 4, 6 минус 3 – это 3. Наш ответ – 3439. Вот и все. До скорых встреч!